Там прячется клубника, душистая и спелая. Срывай, пока не съела я. А я себе в саду пойду еще найду. Вот такая ягода. А скажи, какая у вас ягода любимая? Сегодня на празднике книгодарения Ирина Иванникова презентует свою новую книгу. За плечами детской писательницы уже с десяток изданных произведений, каждая в стихах. Слагать Ирина Иванникова научилась еще лет 8. К дню книгодарения Рязанская областная библиотека привлекла внимание рязанцев еще 12 лет назад. С тех пор акция стала ежегодной. Программа всегда разная, но цель мероприятия неизменна. Напомнить, что бумажная книга не теряет свои ценности и по-прежнему остается актуальным подарком. Мои любимые книги – энциклопедии про динозавров. Я небольшой фанат динозавров. Как бы планирую еще читать про наш окружающий мир. Наш же окружающий мир полон загадок, и он очень интересен для всего мира. Советую вам читать книги про животных, про растения и про все, что есть на нашей планете. А еще маленькие книголюбы сделали свои собственные книжные закладки и приняли участие в беспроигрышной лотерее. Вообще, несмотря на многообразие современных авторов, многие из гостей праздника – поклонники именно классической детской литературы. Я люблю читать. Вот недавно я прочитала книжку «Буратино», а сейчас дочитываю Чебурашку, потом планирую читать «Мой Дадыр». Мои любимые книги – это больше как-то история про Египет, про Древнюю Грецию. А, ну, еще увлекаюсь археологией, палеонтологией. Ну, мой любимый писатель – это Корней Иванович Чуковский, также Пушкин и Есенин. В этом году Рязанская областная детская библиотека вновь присоединилась к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Добрая инициатива за 8 лет успела объединить более 80 регионов нашей страны. Книги мы любим в подарок принимать, но мы сейчас собираем книги для сельских библиотек Сапожковского района. И я очень рада, что рязанские школы, детские сады, рязанские предприятия и театры, и музеи откликнулись и принесли нам много интересных новых книг. Собрать удалось уже порядка 500 книг. Поучаствовать в акции может любой желающий. Принести новые издания, а также книги просто в хорошем состоянии в Рязанскую детскую библиотеку можно до 18 февраля включительно. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».